Всем доброго утра и прекрасного настроения. Котик у нас отдыхает после ночной смены сторожем, а мы уже проехали Красноярск. Поэтому красноярцы, привет. У нас такой вопрос к зрителям из Улан-Удэ. Где нам можно... У вас там будет остановиться по дороге, чтобы отведать ваши традиционные блюда. Чтобы не получилось так, что дорого и невкусно, а чтобы нормальная, ну, более-менее нормальная цена и было вкусно. Ну, даже, в принципе, цена не важна, главное, чтобы было вкусно. И котик обязательно попробует, поэтому пишите в комментарии, не стесняйтесь, можете также написать в телеграм-канале мне в личку.